Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Путь домой. Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяет сотни километров? Белла знает ответ. Она обязательно вернется домой, чего бы ей это ни стоило. И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий. Джим Пукл и машинист Лукас. Волшебная страна Мидландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку с маленьким мальчиком. Он вырастает храброго искателя приключений. На поезде вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город драконов, чтобы спасти принцессу. Бенджи. Новоорлеанские школьники Картер и Фрэнки заводят дружбу с уличным псом по имени Бенджи. Когда ребят похищают грабители, лишь лохматый помощник может их спасти. Против природы. Брат с сестрой и их преданный пес после авиационной катастрофы оказываются в той части Аляски, где царят первозданная красота и природная жестокость. Им придется объединить все свои навыки, забыть прежние обиды и научиться доверять друг другу, чтобы вырваться из этого плена. Оз. Великий и ужасный. 2013 года. Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Дикса из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, склонный к мошенничеству циркач полагает, что он поймал удачу за хвост. Ведь с помощью своих трюков он с легкостью может добыть в новых землях славу и богатство. Однако его ждет встреча с тремя чародейками – Теодорой, Эванорой и Глиндой, которые сомневаются в том, тот ли это великий волшебник, появление которого ждали легковерные жители страны Оз. Волей-неволей пришелец оказывается втянутым в противостояние эпического масштаба, и ему приходится использовать весь свой магический арсенал с добавлением толики настоящего волшебства. В ситуации выбора между добром и злом Оскару Диксу предстоит не только стать великим и ужасным волшебником из страны Оз, но и немного измениться к лучшему. Мои африканские приключения. Семья Берг выигрывает путевку в Африку. Дети отправляются в захватывающее приключение вместе с любимым дядюшкой. В чужой стране они неожиданно встречаются со своими соседями, которые тоже решили отдохнуть далеко от дома. Однако мирные каникулы неожиданно превратились в противостояние с браконьерами, жестоко уничтожающими беззащитных животных. Ральф. Холодное сердце 2013 года. Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев, принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный Ален Свен, отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений. Встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог. Бой ценой. Это история отца, который мечтает, что его сыну наследует семейный бизнес. К его сожалению, сын мечтает стать гонщиком. Храброе сердцем. Испокон веков мифы и легенды окутывают загадочной пеленой живописные отроги шотландских гор. Искусная лучница Меридия приходится выбирать свой путь в жизни самостоятельно, и однажды она отказывается следовать древним традициям королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам и их предводителям. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!